Петр и Феврония. Почему они такие интересные? Потому что у них эта история как раз повторяется. Он был князь, она была дочка пасечника. Он по закону этих самых этих сословных связей, он не должен был жениться на ней. Но он ее полюбил, она его исцелила, как бы, и он с высоты сошел к ней, как Христос сошел вниз к людям и полюбил церковь, унизившись. То есть Христос не постеснялся унизиться и стать таким, как мы. И взял себе церковь свою как невесту и очистил ее кровью своей. Сначала словом, а потом и кровью. То есть пожертвовал себя за нее. Это очень высоко. Это предмет для постоянных размышлений. Так должны мужья любить своих жен. Ну, а если ты этого не понимаешь, тогда люби свою жену хотя бы как свое брюхо, как свои ноги, как свои руки, как свое тело. Потому что все мы свое тело лечим, повторяю, греем, одеваем, питаем и так далее. Вот так люби свою жену, как свои телеса. Любя его свою жену, себе сама любит.